the road check and don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road check and don't come back no more. What'd you say? Hit the road check and don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road check and don't come back no more. Работа и отдых. В жизни людей обычно эти вещи чередуются, и редко можно встретить альянс этих двух, казалось бы, противоположных понятий. Обычно каждый из нас ждет лета, солнца и тепла, чтобы взять отпуск и уехать куда-нибудь на юг. Но все может быть иначе. Это доказали молдавские и приднестровские журналисты, приехав на очередной семинар. На этот раз в Европу, в Болгарию. Я думаю, что семинар пройдет очень хорошо, очень результативно, потому что собралось очень много интересных людей из ведущих телестанций, радиостанций Молдовы и Приднестровья, плюс такое место, что придаст обязательно нужный комфорт, нужное настроение для результативного проведения данного семинара. Скажите, пожалуйста, далеко ли до границы? Не был тут ни разу, не знаю. Дорога выдалась нелегкой, но приезд не только оправдал ожидания, но и шокировал молдавских гостей неимоверной красотой ландшафтов и сказочных пейзажей. Горный воздух благотворно влиял на дружескую атмосферу, которая царила в коллективе, а также на учебный процесс, который длился целых 7 дней. За это время журналисты успели обменяться опытом во многих областях своей профессии, а также обрести новые знания, которые они получили от профессиональных болгарских тренеров. Мы находимся в Болгарии, в городе Пампорово, на высоте 1600 метров над уровнем моря. Здесь, в гостинице «Орфеус», проходит семинар теле- и радиожурналистов, организованный фондом «Сорос Молдова». Несмотря на то, что тренинг был посвящен в определенной части проведению дебатов, операторы и монтажеры теле- и радиостанций, входящих в ассоциацию «Меридиан», плодотворно обменивались тонкостями мастерства. Национальная болгарская кухня, хорошее обслуживание, комфортабельное проживание и национальный колорит, несомненно, оставил в сердцах журналистов много ярких и добрых воспоминаний. Семинар протек очень хорошо, интересно, много полезного узнала. Для меня, для человека, который первый раз принимает таких мероприятий участие, было интересно с той точки зрения, чтобы увидеть, на каком уровне работают наши местные телевизионные радиостанции. Я для себя много друзей в лице коллег открыла здесь. Семинар был очень полезным для всех, которые участвовали в нем. И хочу сказать, что я не в первый раз нахожусь на данном семинаре. Это второй раз. Пампорово, и помимо того, что у нас было время для отдыха и 8 часов обучения, я хочу сказать, что мы, по крайней мере, я научилась очень многому полезному, например, как правильно надо составить джингл, как правильно себя вести в эфире на дебатах, ну и, конечно же, новую программу для озвучки. Лыжный спорт для жителей Молдовы – экзотика, но это не мешало пробовать себя в роли горнолыжника. Везде можно было встретить иностранцев, но, по словам местных жителей, большинство отдыхающих приезжает из России, Молдовы и Украины. В Пампорово отдыхается очень хорошо. Пампорово очень хороший курорт, нравятся очень трассы, потому что их много, и это разнообразие позволяет кататься на всех по очереди. Нет такого большого столпотворения. Все в меру, вот, и цены хорошие тоже очень. И я приехала с родителями, и нам очень понравилось. Персонал гостиницы встретил радушно приехавших, а также передал привет болгарам, которые живут в нашем регионе. Привет за Молдова, Болгария. Все хорошие. Hey, Moldova. Hello from Bulgaria, actually. Pamparovo. Wonderful ski resort. Your people were here, see it, and I'm sure that they agree with me, for sure. And a really good hotel with a really good staff. Hit the road, check, and don't come back no more. Уезжая, журналисты оставили кусочек души в сказочно красивых Родопских горах, забрав с собой массу воспоминаний, добрых эмоций и, конечно же, памятных сувениров, которые будут напоминать о тех прекрасных днях, проведенных в Болгарии. Александр Никифоров, Ирина Воловая, Пампорово, Днестр ТВ.